Мы с вами причастны к этому мероприятию, да? И я хочу сказать спасибо большое вот Эльвире Калисовне здесь, да? Все, кто с вами, кто сегодня пришел к нам. Я знаю, что очень часто вы приходите к нам, потому что мы вместе с вами всегда уж вместе и сетки плетем, и конференции проводим, и дни рождения только Шагабудзина Маржани отмечаем. То есть Алагашкар, в общем, мы работаем. И сегодня, поскольку мы считаем, что это уже праздник, и вот только-только недавно был еще и праздник мамы, да, вот у нас есть Гульфия Ханум. Она у нас занимается тем, что плетут сетки, маскировочные халаты, нижнее белье, шерстяные носки, варежки. Да, и мы бываем очень часто встречаемся с предпринимателями. Вот есть магазин «Рамазан», который передает вам слова благодарности и передает вам вот такие красивые подарки. Всем передали красивые подарки. Вот такие. Скажите, пусть одевают, ладно? Это сейчас мы имя. Да, это Маныка звать. Давайте. Всем сейчас зеленый посмотрим. Да, мы сейчас женщине дали такой. Да, молодая, давайте. Вот вам какой? Какой Татьяна Николаевна, синий просит. Синий просит, давайте, синий. Спасибо, Рахма. А вы сейчас оденете, давайте мы их все оденем. Да, все одеваем. Вот зеленый, вот кому зеленый? Кто? А нет, он вот такой. Она у всех хватило, Мат? Так, вот супруги тоже. Да, давайте, супруги. Супруги обязательно.